Самаре 14 июля состоится форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов «На местах.рф». Это постоянный проект Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, направленный на обмен эффективными практиками деятельности местных сообществ и муниципалитетов в части развития инструментов межмуниципального сотрудничества, обратной связи между гражданами и публичной властью, взаимодействия местного самоуправления и государственной власти. Каждый форум охватывает два федеральных округа, а участие в нем по видеоконференц-связи принимают коллеги со всей страны, пишет телеграм-канал администрации Советского района. 27 августа состоится марафон «На кубок главы города», пишет в своем телеграм-канале руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова. Более 2000 участников, свыше 40% из них – гости из других регионов и стран. Главное летнее беговое событие, ставшее уже знаменитой далеко за пределами города трасса в историческом центре Самары, позволит получить удовольствие не только от бега, но и от красоты самарских достопримечательностей. Уникальное преимущество самарского марафона – возможность сразу окунуться в Волгу после забега. Медали самарских марафонов складываются в пазл, поэтому есть возможность собрать все. Телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской» приглашает детей и родителей в уникальный детский музей «Зеленка», созданный как пространство для игры и исследования окружающего мира. Музей рассчитан на детей от 3 до 10 лет. Летом можно посетить творческий цикл занятий «Искусство в летнем саду». Участники познакомятся с различными художественными техниками, вдохновляясь коллекциями известных музеев. Например, 21 июля можно посетить мастер-класс по гравюре «Цветочные мотивы». Дети узнают, что такое гравюра, рассмотрят произведения художников и следуют сад при музее «Модерна» и создадут красивые проекты. Также в музее можно посетить литературные встречи, клубы семейного чтения и игровые программы и экскурсии.